сепаратист. Прочитайте вы в интернете статью председателя парламентской ассамблеи Европы Анны Брасер, которая сказала, что Украина многообразная, и там должны быть иметь право выбора, на каком языке разговаривать и так далее и тому подобное. Я это показывать не буду. Но они боятся нас с вами. Первый раз нас было 3000, они сказали, было 200 человек. Потом нас стало 15-20 тысяч. Прошлый митинг был 25 тысяч, и сегодня не меньше. Так вот, этого эта хунта и боится, поэтому она и защищает. Зачищает, не защищает, а зачищает каналы. К выборам она уже все подготовила. Они из нас пытаются сделать дебилов. Они создают свои армии. Смотрите, господин Коломойский, Днепропетровский, вот этих бандюков, которые подготовили на Западе с оружием, вот они там бегают, а мы безоружные, мы оказываемся бандиты и сепаратисты. Здесь наш новый губернатор, то же самое, мы тоже создадим, я буду, национальную оборону, это националистическая оборона, это они дивизию СС, Галичина, по полку, пораздают там, где эти проходимцы есть, и они их будут охранять, но время их прошло. И вот они заявляют, я для СБУ, кстати говоря, здесь есть сотрудники, которых и я знаю, друзья, подойдите, позвоните ко мне, я вам дам адрес, где находятся те, которые готовы убивать, они здесь. Так вот, вот Марк Гордиенко, тот, которому по башке дали и которому раздеребанили его байк. Так вот он заявил, притом у меня здесь флешка есть, я вам тоже, друзья, передам в СБУ. Вот он сказал так, мы патриоты, лично найдем и отстреляем тех сепаратистов. Представляете, всех сепаратистов отстреляем. Приходи, Марк, кстати, бывший офицер, мы тебе покажем, как стрелять. Так что нам надо с вами держаться и эту спору пинком под третью точку. И пусть они летят в свою Европу через Жмыринку, как я уже говорил. Спасибо всем! Спасибо, Василий Ульянович. А слово предоставляется Алексею.